Красные цветы, георгиевские ленты и слезы в эти дни можно увидеть почти в каждом уголке нашего города. Так в кантри-парке прошла встреча детей с ветеранами. Праздничный концерт «Любим, помним, гордимся» подготовили воспитанники Центра таланта и способности. Ветераны увидели несколько номеров на тему Великой Отечественной. Сегодня Анжелика в роли маленькой блокадницы, которая вместе с братом ждет возвращения матери с куском хлеба. Как холодно, и мама не идет, ведь, может, хлебушка она нам принесет, ведь хоть бы крошечку где отыскать, голодно и страшно мне идти в кровать. Был только хлеб, еды не было, война была, кончилась еда. Такого удовольствия и столько слез, и столько... Ну, столько прекрасного мы увидели, и песни победы, и танцы победы. А сами дети, это воздушные одуванчики, маленькие, хорошие. По окончанию мероприятия дети подарили ветеранам свои рисунки. Они выполнены по мотивам рассказов о войне. Все замечательные мероприятия, посвященные 9 мая, которые мы решили провести чуть пораньше, поскольку потом наши все ветераны разъедутся. Мы сделали, во-первых, при поддержке нашей главы города Владимира Витальевича Слепцова, при поддержке нашей «Единой России» и при поддержке бизнес-центра «Кантри Парк», который предоставил нам замечательную площадку, куда мы пригласили сегодня блокадников Ленинграда и нескольких наших друзей, ветеранов Великой Отечественной войны.